4 февраля. Тимофеев день. Еще он известен как Тимофей Полуземник. По календарю верующие сегодня чтят памяти апостола от 70 Тимофея, который был любимым учеником апостола Павла. Сегодня отмечают Всемирный день борьбы против рака. День чудесных чудаков, он же День Чучу. Снегопад на Тимофея значит богатый урожай летом. Если метет метель, то вся неделя метельная будет. Если в полдень видно солнце, то весна будет ранняя. Если в мороз вспотели окна и ставни, то приближается потепление. Сны, которые приснились с 3 на 4, считаются вещами, не рассказывайте о них никому. В этот день не стоит рисковать, вам хватит и естественного адреналина, поэтому будьте осторожны. Также сегодня не стоит идти на конфликт, поэтому задумайтесь, что и кому говорить. День ангела отмечают Тимофей, Петр, Гаврила, Юрий, Макар, Иван, Леонтий, Эммануил. В этот день 1974 года, после 2 лет обучения, шимпанзе Ним Чимси в США написал свое первое слово. В 1938 году в США вышел в свет мультфильм «Белоснежка и семь гномов» Уолта Диснея. В 2004 году начала свою работу социальная сеть Facebook. В 1857 году научной общественностью представлен неандерталец. В этот день родились Олег Протасов, бывший футболист, обладатель золотой бутсы, Николай Лесков, известный писатель.